Так, всем еще раз привет. Сегодня у нас проходит сорсинг стрим, еженедельный наш стрим. С помощью сорсинга мы ищем по вашим вакансиям. И сегодня я хочу с вами не только поговорить, но еще и попробовать, потому что говорим мы с вами много про ChatGPT, про искусственный интеллект, сотни тысяч написанных разных статей, создано вебинаров, но никто так и не говорит, как конкретно применять в рекрутменте ChatGPT и другие вещи про искусственный интеллект. Начнем, наверное, с основной, так скажем, презентации того, что, чем я хочу с вами сегодня поделиться. Я запинила видео с экраном для того, чтобы вы видели. И основное, с чего я хочу начать, вы видите, что ChatGPT мой, возможно, нестандартный для вас. У меня бесплатная версия, которую вы сейчас видите. За счет того, что у меня несколько разных плагинов подключено, в частности, один из которых я поделилась буквально недавно тоже с коллегами, это SuperPower ChatGPT. Это расширение, которое вы можете установить и вот таким вот образом поставить, создать себе несколько папок по тематикам, либо по функционалу и назвать эти папки для того, чтобы вы могли найти сразу чаты, которые вам необходимо постоянно использовать. Также, как и на компьютере, в заметках и так далее, я очень люблю пользоваться заметками и систематизировать все, что есть. Я создала такую систему. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из функциональностей, которую я использую, которая есть. Это сорсинг и использование сорсинга в рамках создания булин-запросов. Наверняка вы пробовали создавать булин-запросы с помощью ChatGPT, но ничего не вышло, да, либо вышло, но что-то не то, либо совершенно некачественный продукт, да, напишите плюс-минус свои комментарии, пробовали ли вы уже создавать булин-запросы с помощью ChatGPT или других искусственных интеллектов в других чатов, их много, достаточно много, я прям сейчас сравнительную таблицу уже делаю между этими чатами, но один из, естественно, лучших на рынке, который собрал большое количество не только данных, но и машину внутри, за счет которой мы можем обучать этот ChatGPT. Итак, теперь посмотрите внимательно. Например, я пишу, задаю вопрос следующего характера. Довольно стандартный вопрос ChatGPT, и, вероятнее всего, вы пробовали в целом по другим функциональностям использовать таким образом. Я его прошу на английском, потому что я пробовала использовать на русском языке. Работает, в принципе, хорошо на русском, если мы создаем запросы к нему и пишем свои вопросы. Но мне понравился больше результат, и больше он понимает все же на английском и дает более широкий результат. Соответственно, я пишу boolean string, создай, пожалуйста, boolean запрос для LinkedIn, для того, чтобы найти CTO в финтех-сфере с опытом работы в крипте, который сейчас проживает в Грузии, и используя доменные зоны. Что дальше следует? Мы видим следующий запрос. Давайте мы сейчас его попробуем поставить, да, мы видим, что, ну, собственно, запрос у нас написан с ошибкой, и мы его не можем использовать. Соответственно, использование ChatGPT здесь оказалось совершенно неэффективным. А как нужно было бы составить? Смотрим. ChatGPT, он использует бесплатная версия, его третья, 3.5, да, версия языка GPT, который использует OpenAI. Они используют данные, которые доступны до 2021 года. Новая версия уже обращается к данным нового формата, нового источника вплоть до текущего времени, сегодняшнего дня.
Ну, у нас с вами, например, лимитирован, да, наш поиск тем, что мы можем использовать только бесплатный формат. Итак, получается, что нам необходимо его обучить и научить. Так как ChatGPT научился вплоть до 2021 года, но научился на неправильных статьях. У нас с вами огромное количество статей там, где не используется linkedin.com/in, там, где не используется or и кавычки и так далее. В общем, оставляет желать лучшего. И мы самостоятельно в данном случае учим наш ChatGPT, каким именно образом нам нужно получить результат. Почему это классно? Потому что вы можете использовать этот чат дальше в рамках вашего поиска по любым вакансиям. Вы его обучили, вы его, возможно, доучиваете в процессе чата и просто закидываете в него свои запросы. Сделай мне, пожалуйста, там, поиск по техническому писателю, сделай, пожалуйста, поиск по разработчику BPMM Soft, по инженеру сопровождению, по руководителю направления в виде коммуникации и так далее. И закидываете в него самые важные вещи. Соответственно, для того, чтобы работать с чатом GPT на том уровне, который даст вам качественный результат, вам важно понимать, как работают вообще операторы. Вам важно углубиться внутрь любой документации в поисковом движке. Например, здесь мы используем документацию поискового движка в Google. И таким образом создаем свои правила. Например, оператор OR у нас используется вот так-то. Оператор entitle следующим образом, оператор inanchor следующим образом и так далее. Важно для того, чтобы ваш результат был наиболее качественным и таким, каким вы хотели бы его видеть, необходимо добавить несколько примеров. Чем больше вы дадите примеров использования таких правил, тем лучше, потому что GPT-язык, он учится на примерах, на конкретных примерах, и уже агрегирует эту информацию в конечном счете. Получается, дальше мы его просим написать запрос следующий и ищем мобильного разработчика в Армении. Мы с вами уже видим, что используется entitle, используется /in, используется or и так далее. Зачем-то он добавляет еще и скобки. В принципе, это не ошибка, но скобок сейчас нет. И пробуем задать ему тот же самый вопрос, который мы задавали до этого, но без правил. Сейчас он уже использует доменную зону правильным образом, пробует составить несколько разных синонимов, пробует добавить исключения и так далее. И, например, мы с вами можем попробовать написать сюда по вашим вакансиям. Руководитель направления видеокоммуникация. В принципе, он поймет, если мы сейчас будем просить его на русском. Составь, пожалуйста, запрос для поиска кандидатов на LinkedIn по должности руководителя направления. Здесь важно, чтобы у нас все недочеты были исправлены. Сфера видеокоммуникация. Важные навыки. Сейчас я отсюда прям скопирую с Телеграма. Так. WebRTC и JS. И JavaScript. Используй синонимы. Локация Россия. Используй
Доменные зоны. Так. Смотрите, он даже здесь объясняет, да, какие синонимы он использует, почему именно таким образом он решил, да, использовать эти синонимы. Поэтому здесь мы можем сразу, не переходя в сам запрос, улучшить, например, его и докрутить наш с вами запрос. Я хочу, чтобы вместо or используй знак слэша для того, чтобы как раз сократить, да, и не добавляй между знаком и словом пробелы. При использовании знака слэш можно не повторять используемый оператор. Так, пробуем. Так, вроде бы хорошо получилось. Да, давайте я посмотрю. RU, доменная зона, руководитель направления, Head of Department, Director of Division, видеокоммуникация, видеокоммуникейшн, WebRTC, Web Real-Time Communication, WebRTC по-другому написано, JavaScript, JS. Кажется, что запрос прям хорошо составлен. Что скажете? Но у нас только один результат. Сейчас я здесь поменяю. Здесь, в принципе, все нормально должно быть. Есть вероятность, что просто в адресной, в entitle, да, в заголовке страницы таких кандидатов в целом мало. Так, давайте проверим. Так, здесь все нормально должно быть. Просто на всякий случай уберу скобочки. Ну вот что-то. Руководитель направления, Head of Department, Director of Division, видеокоммуникации. Я бы здесь, наверное, попросила бы его еще поработать надо найти компании-донора. Что скажете? Давайте попросим найти его компании-донора. Нет, вот здесь вот он уже не справился. Здесь он уже не справился. Смотрите, руководитель направления именно видеокоммуникации мы с вами здесь не нашли. Но давайте мы попробуем сейчас видеокоммуникацию убрать, потому что WebRTC, он все равно нам должен показывать, по идее, хорошие результаты. Пробуем. 140 человек. Вот, выглядит сложным, но смотрите, я здесь не заморочилась совершенно по поводу синонимов. Синонимы он сам нашел. Я не заморочилась по поводу поиска WebRTC, а как он пишется. Я вот, например, забыла, как он конкретно пишется. Он тоже мне это все составил. Я только подкорректировала какие-то моменты. Потому что мы всегда работаем с результатом. Мы анализируем всегда
те моменты, да, с которыми сталкиваемся, с конкретным результатом, потому что предыдущий результат в одного человека меня, например, не устроил. Но то, что сейчас у нас показывается, это, в принципе, имеет место быть. Да, здесь есть разработчики, которые попадаются. Это не совсем, скорее всего, те ребята, которые нам нужны. Но, например, руководитель и слово «руководитель» мы можем попробовать поприменять. Вот, у нас может быть совершенно разное количество результатов. Вот у меня 140 результатов, у вас 118 результатов. Это зависит напрямую, какое количество людей у вас есть в прямом контакте. То есть у меня, например, 15, по-моему, тысяч людей находится в первом круге контакта. Получается, что чуть-чуть уменьшается. Это не страшно, вы просто добавляете людей, которые вам подходят, и у вас начинается увеличиваться ваша выдача, да, ваш результат. Вот. По точному соответствию, к сожалению, нам мало что выдает, потому что есть вероятность, что, например, я бы поменял руководитель, там, допустим, head, да, director, и поставила бы все эти слова в заголовке, потому что мы не знаем, как точно сами люди себя могут называть. Но тут 13 700 у нас выходит, потому что мы доменную зону, да, убрали. Ага, вот, 299 человек. 299 человек, которые тоже в целом могут быть интересны нам. То есть таким вот образом мы и сужаем, и одновременно расширяем наш запрос. Как вам? Как вам те, кто сейчас наблюдает за этим поиском? Будете пробовать? Как вам в целом работа с чатом GPT по одной из функциональностей? Будете пробовать? Хотите ли у себя попробовать с помощью моего промпта? Здесь уже пошло дело. Тогда дослушайте до конца сегодняшний наш стрим. Ну да, установить это не небольшая проблема на самом деле. Вы просто регистрируетесь, берете иностранный номер. У нас на VC.ru есть одна публикация, где мы учим, как регистрироваться на LinkedIn. Там тоже сейчас, я чуть позже скину, сейчас быстро вам не найду. Там тоже можно воспользоваться, например, номером телефона иностранным, установить VPN, и все у вас подключится замечательно. Итак, дослушивайте до конца, чтобы получить этот промпт себе, и чтобы можно было попробовать самостоятельно. Вы это можете пробовать не только в чате GPT, можете пробовать еще и в Телеграме и так далее, в других поисковых движках, как Bing, например, как Bing Chat, как Perplexity и так далее. То есть чат GPT — это не единственный искусственный интеллект, который работает с моделью чата GPT. GPT-языка, я имею в виду. Итак, 20 ноября у нас стартует новый поток продвинутого сорсинга 3.0. Этот курс, он основан на чистой практике. У нас 4 недели, довольно интенсивных недели, за которые вы сможете полноценно изучить весь сорсинг и все наши модули, которые представлены. Мы его постоянно дополняем, постоянно докручиваем. У нас 27 уроков записи. То есть каждую неделю вам необходимо будет прослушать минимум 5 уроков. И не только прослушать, но еще и сделать домашнее задание и попробовать. Плюс ко всему у нас есть хакатоны. Хакатоны у нас проходят по пятницам в 17.00 по Москве. Там, где мы полностью изучаем. Вот я сейчас покажу, наверное, давайте предыдущий наш хакатон, как у нас проходили. То есть я вот даю прямо обратную связь по каждому из запросов. Мы изучаем пробелы, мы изучаем то, что
подходит классно, я зелененьким отмечаю, то, что у нас не получилось, нужно дорабатывать. И я говорю, что именно дорабатывать, я отмечаю таким красным, на что нужно обратить внимание. Вот, таким образом мы работаем над ошибками, мы практикуемся, прям часа полтора-два делаем, создаем эти решения, и вы можете занять свое место на нашем курсе «Продвинутый сорсинг 3.0», который стартует 20 ноября, это через месяц, за 2000 рублей. Эти 2000 рублей у вас потом вычитаются из суммы, которая у вас была на момент предзаписи. То есть если вы прямо сейчас вступаете, покупаете курс, покупаете место за 2000 рублей, то вы автоматически фиксируете данную стоимость за собой. Это самая низкая стоимость, которая будет вообще дальше и которая, естественно, будет подниматься с начала ноября. Поэтому успевайте, пока мы не начали там полную активность вести по продвижению данного курса. Сейчас у нас защищаются уже ребята, которые прошли этот курс «Продвинутый сорсинг 3.0» на следующей неделе. И на самом деле работодателей и потенциальных у нас намного больше, чем тех людей, которые сейчас в поиске работы, да, потенциально. Поэтому вы можете написать, если у вас есть вопросы. Вы также, если вам нет необходимости именно погрузиться полностью в курс, я вам предлагаю пройти хакатон «Сорси как боженька». Это 3 дня полноценного погружения. Тут у нас будет и командный хакатон, и мастер-майнды, и работа в группах, и работа по парам, и разбор ваших составленных запросов. Мы прям полноценно просмотрим максимально по всем возможным ресурсам, которые успеем посмотреть. Пока стоимость от 1200 рублей, купить пока невозможно, но вы можете оставить предзапись. Нажимайте на предзапись и заполняйте свои данные для того, чтобы, когда мы откроем продажи, вы могли сразу ее купить. Вот. Но единственное, сразу скажу, что это не обучение, это не программа полноценная, это практика. Вот вам что-то нужно отточить, у вас есть какая-то задача, вы приходите на хакатон и пробуете ее реализовать, пробуете ее отточить и получить новые фишки, которые вы, возможно, еще не знали, не пробовали, или пробовали, но пробовали не совсем правильно. Вы можете их дополнять, вы можете докручивать этот промпт и так далее. Самое главное – понимать здесь принцип, с которым вы будете работать. А для того, чтобы понимать принцип, важно знать, да, как писать сами эти запросы. Потому что, посмотрите внимательно, там есть несколько деталей, да, изучите это подробно. Мы с вами на следующих сорсинг-стримах, на курсе, на хакатоне тоже это будем полноценно разбирать. Вот. Надеюсь, вам было полезно. Вы прямо сейчас пойдете и попробуйте все, что мы сегодня с вами посмотрели, да, порешали. Буду рада всех видеть у нас на обучении, на следующих хакатонах. И очень буду рада вашей обратной связи, что берете с собой и что будете пробовать. Всем до связи и хорошего дня. Пока-пока.